Следственный комитет Республики Татарстан обратился в Советский районный суд города Казани с 10 ходатайствами об избрании меры пресечения или заключения под стражу, с одним ходатайством об избрании меры пресечения или домашнего ареста участникам запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир». По версии следствия, указанные лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205 со значком 5 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в организации деятельности организации «Хизб-ут-Тахрир», которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, а также по части 2 статьи 205 со значком 5 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».